Здесь растет, ну в этом лесу даже лисички бывают, белые грибы, подосиновики, но сейчас только веселки. Ну, рядовки тут чуть-чуть. Очень красивое зрелище, а у Саши что-то там он нашел. Это чешуйчатки. Вполне съедобные грибы. Сейчас, но я их не ем, мне они не нужны, но красиво же. Сейчас! Вот такие чешуйчатки я оторвала. Людей. Это лесные шампиньоны. Если пластинки светлые, можно брать. Если черные, то не надо. Ух ты, какие веселки! Как они растут дружно. Дружная компания. Но это вдалеке еще, подальше от тех двух. Яйца веселок можно есть сырыми. Можно подсолить со сметанкой, с майонезом. И просто так даже можно их лопать. Это супер веселка. Она еще очень молодая, только-только начинает вырастать из своего яйца. Вот попали. Дождь идет. Маленький, но он за листьями нас не достает пока. Вот это очень крупное яйцо. Будет большая веселка. Я ее выращу в холодильнике. Обязательно. Мне просто интересно, кто из нее вырастет. Через несколько дней она и вырастет. Веселка. С зеленой шляпкой. А этот очень крутой, хороший. Вот такие вот веселки. Вот яйцо крупное, хорошее. Ну, красота. Надо уходить, они тут попадаются все время. Все, заканчиваем. День без грибов. Эта веселка тоже чистая, беленькая. Сейчас я еще больше почистим кисточкой и забираем. Ой, веселки эти уже надоели. Трудно их собирать. Они попадаются, их много. Там с веселкой вот какая штучка растет. Вот они. Красивый чистый гриб. Ну все. Закончу я этими чешуйчатками. Очень красиво растут. Их много здесь. Они съедобные. Но на любителя. Мы не любители. Здесь еще что-то пристроилось. С другой стороны. Здесь вот тоже какие-то растут. Поганочки. А это красота. Все. Уходим наконец-то из этого леса. Пора домой. Ой, от веселок от этих никуда не деться. Блин, не дойдем никак до своей машины. Недалеко еще один, блин. Какой большой гриб. Хороший. Веселка. Они в этом месте тоже всегда бывают. На выходе. Мухоморы красивые растут. Классно. Они тоже для лекарства применяются. Вот такая картина маслом. И вот еще одна картина маслом. Не поленюсь снять мухоморы. Очень уж они украшают это место. А то так серо и скучно кругом. Еще и дождик маленький идет. Дождик нам не помеха, он нас не достает за листьями. Вот. Сегодня грузди первый раз попались, но мы на них и не смотрим, потому что веселки собираем. А так здесь грузди полно бывает. Деревья здесь большие, вот такой вот лес. А там орешники. Под этими большими деревьями очень красиво уж они растут, эти грузди. Тут рядом другой. Красиво. Еще один, но он не такой упитанный. Он еще молодой. Подосиновики тоже здесь бывают, но это уже порядочный экземплярчик. Маленькие не попадались. Вот этот старый пень. Я его тогда снимала, он когда был помоложе, пару лет назад. А от него потом закружилась, кружилась, кружилась. Пошла рядом, думаю, дай посмотрю опят. Как раз опята были. Нашла поляну опят и заблудилась. Хотя я все, и компас был,
Но я ему не поверила, ушла в другую сторону. Хорошо вышла куда надо потом. Сориентировалась, и меня вывели потом из этого леса. Красиво растут. Их много здесь вокруг. Зонтик. Хорошо. Яблок здесь полно. Мы их, конечно, возьмем. Часть. Птички их клюют здесь. Но вот такие вот грузди мне очень даже нравятся. И этот был под палкой. Палка ему не давала подниматься выше. Но все-таки я закончу это мероприятие сегодняшнее мухоморами. Вот. И вот. Надо бежать отсюда. А то никогда не выберемся. Так интересно здесь. Как же тут уйдешь? На высоте моего роста, даже ниже. Такие яблоки красивые. Их не очень много. Вон оно. Ну и нормально, хватит. Крупные-крупные. Там немножко повыше есть веточка. Красиво. Я бы их и не заметила, смотрела под ноги. Просто стукнулась, вниз наклонилась, бежала под ветками. Об это яблочко. Ну и все. Я их нашла. Яблок здесь полно, они нам уже и не нужны. Но можно взять потом. Вот такой вот мухомор. Все, конец. Я ухожу отсюда. Пообедать бы уже пора. Ушли наконец мы отсюда. Это мрак. Что?